Привет, дорогие друзья, с вами шеф Талга. Я готовлю в своей любимой кулинарной студии Кенвуд с продуктами Спар. Паста с помидорами черри и груздями. Нам потребуется макароны Спар 400 грамм, грузди маринованные 100 грамм, соус грибной Спар 50 грамм, лук репчатый 1 штука, черри маринованные 100 грамм, соль, перец по вкусу, подсолнечное масло 50 миллилитров и укроп 20 грамм. И сегодня я готовлю блюдо на большую компанию. Здесь у меня макаронные изделия Спар, а именно формы сапожок. Вот действительно они в форме сапожка у меня. Здесь у меня 400 грамм макарон. Их я отварю в кухонной машине Кенвуд. Вода у меня уже кипит. Добавлю небольшое количество соли. А именно здесь, ну, пол чайной ложки соли я сюда прям смело насыпаю. Для сегодняшнего рецепта я использую по максимальному продукты Спар. Здесь у меня грузди, соль, томаты черри, подсолнечное масло, мое любимое, нерафинированное, холодного отжима. И также макароны сапожок. Это макароны, изготовленные из твердых сортов пшеницы. Также укроп, лук и, конечно же, соус грибной. Вода у меня в кухонной машине уже кипит. Теперь я открываю макароны Спар и отправляю их в кухонную машину вариться. Все 400 грамм. Друзья, я сегодня готовлю, повторюсь, на большую компанию. Сейчас я нарезаю лук. Нарезаю его мелким кубиком, вот таким вот образом. И сразу буду отправлять его на сковороду, чтобы он отдал свой вкус маслу. И дальше поэтапно будем отправлять остальные ингредиенты. Наливаю ароматное масло Спар. Действительно оно ароматное, потому что оно пахнет семенами подсолнуха. 2 столовые ложки. На этот рецепт 2 столовые ложки. Плита сразу набрала свои обороты, отправляю жариться лук. Теперь мне нужно нарезать наши грузди. Вот такой вот секретик. Вот так вот, постучав ножом по крышке, любая крышка откроется очень легко. Вот такой. Слышали хлопок? Достаю вилкой грузди. Я их не буду сильно мельчить, потому что они уже в банке здесь подготовлены предварительно. Буквально 2-3 раза удара ножом, и наши грузди уже будут готовы для того, чтобы мы их обжарили. И чем мне нравятся именно вот продукты Спар, то что они идут в удобных упаковках. Не нужно их никуда перекладывать. Закрыл банку и убрал на хранение в холодильник. Буквально 2-3 удара ножом достаточно. Отправляю на сковороду. Грузди с луком обжариваются. Убавляю огонь. И теперь наступает очередь наших маринованных черри. Можно ложкой, но вот этот раствор мне, в принципе, не обязательно нужен, потому что соль от грибов уже есть, от маринада грибов. Еще раз убеждаюсь в том, что все продукты Спар отличного качества. Все черри у меня ровненькие, цельные, ни один помидор у меня не помялся. Режем черри пополам. Острый нож нужен для этого обязательно. И отправляю черри в сковородку. Я знаю, что мои макароны уже готовы. Отключаю кухонную машину. Одним движением руки открываю крышку и выливаю наши макароны. Здесь у меня уже под рукой готовый дуршлаг. Слегка стряхиваю наши макароны от лишней влаги и отправляю все это в сковороду. Почти все ингредиенты у меня в сковороде. Небольшое количество соли. Достаточно. И секретный ингредиент нашего блюда – это грибной соус. Добавляю его, не жалея. Он растворится. То есть я подождал, когда вся жидкость у меня выпарится. И в самом конце я добавляю уже сам соус. Хорошенько и аккуратно перемешиваю наши макароны. Достаточно. Режем укроп.
Отправляем его сюда же. Снова хорошо перемешиваем, готовим тарелку и будем выкладывать наше блюдо. Вот такая яркая, сочная паста у нас с вами получилась. Готовьте с любовью на позитиве. С вами был шеф Талго, своей любимой кулинарной студии Кенвуд, Алматы со вкусом. И я готовлюсь с продуктами Спар.